Хай, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить Dino Crisis, первую часть на PlayStation 1. Я запустил такую игру, значит, включаю, а тут, блин, звука никакого нет, прям стрёмно. Блядь, я же не подошел туда. Фу, ты чего? Конишь, да? Кошмар. Я же не подошел туда, в чем проблема? Ты чего бьешься? Хорошо, ладно. А, так, это вторая дверь-то, что на улицу, правильно? Ага, окей. Опа, теперь дверь открыта, ну хорошо, чем-то я открыл автоматически. Генераторная B1. Опять генераторная, что ли, заебали. Это короткий путь я открыл, да? А, кстати, мне писали, что можно вот такие шпулки двигать, а я что-то забыл про них. Может, я... О, в натуре, смотри, ёб твою мать, спасибо за подсказку, я и забыл просто про них вообще. Что их же можно двигать. Так, смотри, аварийные ящики, блин. И еще мне говорили, попробуй смешать анестетик с... с реанимацией. Нельзя. Нельзя анестетик с реанимацией. Или с чем там? Реанимация с чем? Под то, чтобы получился этот снотворный дротик. Зеленый, оранжевый. Ну, давай попробуем. А, нокаутирует сразу, эффект длится долгое время. Во, отлично. Анестетик нужно с дротиком, с маленьким. Этот, снотворное сильное, смотри. Сильное, снотворное сильное, это обычное и снотворное сильное плюс-плюс. У меня снотворных, смотри, сколько. Вот, это нормально будет, хорош. А реанимация, пока не понял. У меня 4 штуки, можно, скорее всего, их выложить будет. А, ну-ка, смотри, вещи. Переходник, 3 штуки. У меня тут 6 патронов дроби, 3 сильное плюс-плюс, еще и еще. Но сортировать, скорее всего, уже нельзя, у меня забитый инвентарь. Сука, ладно. Окей, так, а что я в генератор-то приперся? Это я, получается, срезал. Открыл дверь, чтобы срезать, да? И еще, возможно, там где-то я провтыкал. Ну-ка, где-то я сейчас. Я сейчас в генераторной... Ага. Так, а мне куда-то получается... А, мне... Так, стоп. А куда мне сейчас идти? Цель! Где моя цель? А моей цели нету. Может, к этим пойти? Я не знаю, к чувакам, только я не помню, где они. Так, а стоп, почему... А почему так? Вот смотри, вот сейчас, вот... Я сейчас вот сюда вылезу. Это куда? Вот где я сейчас буду по карте? Задний двор комплекса. Только осторожно, тут может быть придурки. А! Ну да. Я сейчас, получается, вылез там, где генераторная была. Там у нас закрыто, там закрыто. Туда не надо. Пойдем назад, короче. Сейчас я не понимаю, куда мне идти. Будем пытаться методом тыка это все решить. Будем искать, куда нам двигать. Куда, в какую сторону, не знаю, куда, в какую сторону. Коридор перевозки материалов, да, вот это я открыл короткий путь, получается, чтобы срезать, если чё. Эта дверь у нас ведет наверх, ой. В смысле, слышишь? Как так-то? А тут у нас, получается, я был, да? Не понял? Да ебались! Какого нахер? Отвали, пидорас, сука, ёбаный педик. Нахуй. Спи, блядь, и не просыпайся, тварь. Он сдох. Хорош. А какого хрена он здесь? Я же тут проходил. Блин, забыл сейчас посмотреть, посмотрю, что здесь. Я же здесь был, какого хрена он выпрыгнул сейчас. Стоп, я здесь был? Нет, я здесь не был. А я туда-то сказал, не пойду туда, мне страшно, и вернулся назад, да, наверное? А чё за херня? Какого чёрта? Да блин! Что это? Блядь, мелкие, сука. Блядь, мелкие это еще хуже, чем большие. Сука. Они же меня загрызут. Если я просто пробегу.
Вали. Мелкие это еще хуже, чем большие, потому что мелких там много. Зараза, и они мелкие, и на каждого нужно как минимум по патрону. Что такое? Как здесь динозавры эти гуляют, не пойму. Да. Зачем? Так-то я понял очень хорошо, такая для чего это? Там же динозавр, в принципе, не зайдет. О! А! Это я сейчас вер... Так, а подожди, а почему эта решетка открыта? Она же была закрыта. Она же была закрыта с этой... Блять, короче, с этой стороны, где кнопка, кнопка была неактивная. Так, смотри, у нас есть... Шукай доступ. У нас есть... Тут, смотри, много всего. Реанимация, две штуки, зажим. Останавливает кровь. Давай я реанимацию выложу. Вот эти две. В принципе, они... А что такое зажим? С чем его можно смешать? Смешарь. С чем можно зажим смешать? Потому что зажима у меня нету. Давай попробуем. Еще хотел бы сходить туда, где второй ящик красный. Но я так понимаю, там еще буду, поэтому попозже сходим. Зажимчик. Что ты такое? Что ты такое? Ой, осмотр. Ага. Из-за кровотечения. Зажим. Объединить. С медпакетом можно. Снотворное си... О! А, не, не хочу. Так, не, не, не пойдет. Просто получится второй уровень этой штучки, и все. Не, нехорошо. А что такое медпакет большой? Да ёпта! Не та кнопка. Зажим. Медпакет средний. Медпакет большой. А смотри, у меня же нету, короче, этого. А вдруг будет, буду кровушку терять? Ладно, пойдем назад. Так что, лучше, наверное, скорее всего, оставлю. Сейчас вот так сделаю, раз. Пойду, потому что тут мелкие вот эти падлы. Гребаные. Надо быстренько как-то в дверь вломиться туда. Там есть дверь, я видел. Ага, они вернулись на свои места. Хорошо. Привет, пацаны, я не мешаю. Кушайте, 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 я не буду мешать. Я просто пройду мимо и все, а вы там не отвлекайтесь. Опа. О! Йоза. Заебенили. Так, а он спас мёртв. Тебя? А динозавр где? Ты в этом не виноват. Да. Да. Я буду в комнате управления. Ты можешь перестрелять, пока идешь кого-нибудь, нет? Задрал, блядь, просто так гулять. Ай, ладно. Что у нас здесь есть? У нас есть здесь какая-то... Смотри, выглядит очень старым. Изображены нервы мозгового ствола. Прикольно, здесь можно во все втыкнуться. Тебе везде напишут. Там то-то, то-то, то-то. Это компьютерный терминал с доступом к базе данных. Ничего полезного. Аукеу. Инвентарь заполнен. Нет места для медпакета среднего, сука. Медпакет средний. И нечего с чем смешать. Один, два. А если я медпакет средний объединю с медпакет... А что такое снотворное сильное? Да. Медпакет средний объединить с медпакет большой. Объединить. Ну давай. Становит кровь. Отлично. Освободили немножко. Медпакет большой плюс-плюс. Медпакет большой плюс-плюс. Зажим, реанимация. Ну, реанимация на всякий случай, потому что, я так понимаю, здесь мне будет жопа. И здесь мы возьмем чего там. Да, смотри, в шкафчике нашел. Полностью восстанавливает здоровье. Медпакет нашел, средний. Не, не использовать. Снотворное сильное. Нет. Да нет. Короче, пускай так будет. Так, что-то лежит, ключ какой-то. А, данные могут быть перезаписаны в случае кадровых изменений. Какую-то хрень нашел. У меня диск есть. Куда-то надо найти, куда его вставить. Две дырки-то должно быть. Это записка, адресованная дежурному доктору. Хотите прочитать? Давай.
Доктор Шервуд, личная карточка принадлежит одному из пациентов. Передайте ее полковнику Клею, когда он появится. Он сказал мне, что собирается провести собрание в стратегической комнате на первом этаже для подготовки к эксперименту. Пожалуйста, передайте ему карточку, она нужна для доступа в оперативный штаб. Штабениус, а вот это что такое? А чё ты? Не это. Угу. Так, а что, я могу с этого узяк взять, нет? Рот, смотри, какой красивый. Изображение нервов. Этот труп Тома, он жестокость. А где же этот раптор, с которым вы дрались? А может, ты возьмешь? Ну, блин, возьми узяк. В чем проблема-то? Он же в руках. Что это? Вам нужен маленький ключ, чтобы открыть этот бокс. В смысле? Какой ключ? Маленький ключ? В смысле, маленький ключ? Какой маленький ключ? ID-карта. Маленький ключ. Да. Нет у меня маленького ключа. Ничего полезного. Почему ничего полезного? Там должно быть что-то. А что за ключ? Какой ключ? Я попал куда вообще? Где я? О, тут сейв есть. Серьезно? Угу. Так, а центр управления аж получается... Стоп, а что это за комната? А, это же я туда пришел. Ну да... А мне покажут, куда мне нужно идти, не? Ага, вон туда мне нужно теперь пойти. Хорошо. Так, это же там сейчас мне резко направо нужно щемануть. А тут, кстати, сейв есть. Вот это ж сейв? Да. Здесь так сейвов мало, если честно. Просто пипец как мало. Вроде как-то, типа, да, комнатами, сейвы комнатами, но, блин... Это просто жесть, всего второй, я вот сколько уже играю, всего второй сейв нашел, и это же бегать, представляешь, ты, а я сохранился? Да блин, я сохранился, ладно. И ты, получается, чтобы сохраниться, тебе нужно бегать постоянно в одну и ту же комнату. А если рапторы, пацаны, спокойно, ведем себя спокойно, вот хорошо, что они там возвращаются на свое место, когда я выхожу, это очень, очень сильно хорошо. Так, а тут? Да сука! А, не. Регина, о. Что ты там копаешься? Нам нужно доделать дело. Так я не коп... Мы нашли Тома. Он погиб. Так... Чёртов идиот. А, это Гейл. Как там все на твоем конце? Я в лабораторном секторе. Доктор прячется где-то здесь. Это Гейлюшка наш. Я вижу лифт. Может быть, на нем я смогу спуститься со второго этажа? Угу. Так, а код? У меня там код, кстати, один остался вроде. Или я вас использовал его, не помню. Вот этот 018159. Я вот не помню, я его сделал или нет. Чё-то не прям, прям не помню. Что тут тебе за код нужен? Ага, то есть нужно... Так, а что, слышь, ты сказала, что ты хочешь спуститься на лифте. А как ты спустишься, если здесь закрыто-то, алё? Издеваешься? Сучка. Реально, как так-то? Стояла здесь, типа, я думаю, сейчас она туда зайдет. Опсики. Здорово. А ты... А ты чё живой-то? Что за херь? Что за херь? Что за херь? Почему он живой? Так, это же дверь туда. Ну-ка, если я ее открою. Ага, все. Не, вот так вот. Потому что вдруг придется от него бегать. А чё за херня? Почему он живой? Он же сдох от электричества. Да, я вот еще хочу вот сюда сходить. Возможно, здесь вот этот ящик можно отодвинуть. Вот эту херь можно отодвинуть, возможно. Да, смотри, можно. Это мне хорошо подсказали. Да. Медпакет средний. С чем я его могу объединить? Средний и большой плюс-плюс, большой плюс-плюс. Два штуки? Ну ладно, пускай будет хорошо, ладно, потом разберемся. Блин, надо дротиков побольше сделать, вот этих, которые снотворные. Но я что-то не знаю, не помню уже, как их делать. Сюда можно, я забыл. Я думал, нельзя. Грузовой лифт, сейчас поедем на грузовом лифте назад. Хотя, зачем я так пошел, подожди.
Или все правильно? Подожди, или правильно все? Я же мог там просто оттуда пойти или нет? Подожди, я же сохраняшку попал, не попал. Карта. Блин, мне же надо назад... А я вот тут был? А, тут закрыто, да? Маленький лифт не работает, ага. А назад мне это вот сюда. А ну-ка, стопешка. Ну, я думаю, эти ящики двигать нельзя. Ладненько, идем тогда назад. Так, я не помню, что там дальше. Где-то же будут рапторы, по-любому надо будет... Я, знаете, может, как буду делать? Я сейчас возьму пистолет. Вот этот глок. А, у меня патронов к нему нет. Да ты... Я сколько бегаю, мне патроны не дают. Вы серьезно сейчас? Вы захуели. Ну, пиздец. Не понял? Ух ты, блин. Серьезно? Трещины очень глубокие, слишком опасно прыгать через них. Так, хорошо, я не туда пошел тогда. Назад я уже не вернусь. Подожди, а почему здесь обрыв встал? Я же тут пробегал, тут были птеродактили. Тот первый птеродактиль, я же там пробегал, какого хрена? Аж куда вот эта дверь ведет? А, ну да, вот я тупанул, бляха. Ладно, поехали назад. Время немножко потерял. Там надо было просто спуститься с лестницы, где я, где решетка была, и просто побежать дальше. И все. И я же вернулся таким образом бы назад. А почему там трещины-то стали? Кто там их разбил? Там же где был птеродактиль, я пробежал, зашел в эту дверь. А кто там сделал такую дырку? Что ли этот, как его? Тиранозавр? Так а как так-то? Рега, давай быстрее. Ты видишь, что не туда пошли. Не могла подсказать, что мне вон туда. Я не туда иду. Вот плохо, что у них мыслей никаких нету. Она бы подсказала бы, что вон туда, туда, туда. И типа вот так, вот так, вот так. Так, стопешка, тут же раптор, блядь. Сученый. Какого хрена? Если бы был пистолет, я бы мог бы, знаете, как он бы подбегает ко мне, типа ударить меня. Я один выстрел делаю и просто пробегаю. И все, хотя бы один патрон. Ну, патронов не дают, как их, где их взять-то? Здрасте. Можете пропустить меня? Спасибо. Как он, сука, быстро бежит! Фу, не попал. Падла. Как же, ну, вот этот еще бы открыть. Как-нибудь. Так, так, это еще мелких надо. Ну, мелкие, ладно, мелкие. Они там кушают себе спокойно, можно пробежать. Хорошо, что они по лестницам не умеют подниматься. Но там, конечно, прикольно, что на улице ты, когда переходишь территорию, за тобой раптор бежит все равно. Конечно, весело. Но я на всякий случай закрою. Мало ли они сейчас пробегут, зараза. Как всегда, не вовремя. Так, подожди, где эта комната управления-то? Где я сейчас? А, так вот эта комната управления. А мне же он сказал к нему или не? Комната управления. Может, он тут что-то мне скажет? Полезного. Он же здесь? Да, он уже здесь, падла. Йоу. Йоу. Что? Не вижу здесь никаких признаков доктора. То есть ты меня культурно нахуй послал, да? Ну ладно. Окей. Сейчас пойдем дальше. Какая комната мне нужна, чтобы... Ага, там через сейв нужно... Так, а там раптор, блядь! Через сейв нужно пройти. Стоп, а если я через вентиляцию щеману? Я его не обойду? Стопешка. Я... А, так какая разница, я вылезу там же, где и... там же, где и где. Сейв здесь будет. Там же у нас ничего нет, да? Ну да ладно. Давай. Как сложно-то, а? Я помню, вроде во второй части там было еще рукопашное оружие, то есть ты мог отмахиваться от них. Здесь ничего нет вообще. Здесь вообще не то, что ничего нет, вообще ни хрена нет. Ты просто, сука, голый. Стоп! Ага. Вот сюда.
Ты тупо здесь голый ходишь, блин, как я не знаю. Просто ни хрена. У тебя патрон. У тебя пушка есть, но патронов ни хрена не дают вообще за всю игру хоть будет. А я. Так. Вода. Это какой? Куда Е? То есть, короче, я уже играю, сколько я уже играю, и машины управляют разными программами тактического моделирования. Мне дали только один раз патроны к пистолету. Один раз, блядь, я уже хрен знает сколько прошел. Тут чё? Терминал отслеживает перемещение солдат по комплексу. Так давай посмотрим, где эти грёбаные суки лазят, которые... Опа, желтый ящик. И экран показывает, что компьютер завис. Так, Ctrl-Del, чё, при чём проблема? Что это за хрень? А, вводит данные по отпечаткам пальцев при регистрации учетной записи на ID-карту. Что? А где мне взять пачки отписатки? Отпечатки пальцев. Файл данных для встречи. Будете читать файл? Давай. Тема усиления охраны. На этой неделе кто-то воспользовался терминалом записи личных карт для получения несанкционированного доступа. Человек взял отпечатки пальцев с трупа штатного служащего, погибшего от несчастного случая. Он подделал его карточку, используя отпечатки, и проник в лабораторию через лифт. Проблема в том, что устройство проверки отпечатков может считывать их даже с трупов. В связи с планируемых на сегодня экспериментом у нас будет много гостей. При создании личных карт для гостей следите за устройством. А, так это можно, подожди, а с кого нужно снять? С какого-то трупца надо снять. Так, это что такое? О! У меня этих уже, блин, переходников 4 штуки. Только как их использовать, я что-то не вкурил. Это похоже на снимки спутников-шпионов. Они показывают расположение оружия врагов. Вот этот же ящик я могу открыть или нет? Это желтый почему-то ящик. Сказали, там вроде 2 ящика. Красный и зеленый. И все, ну почему-то желтый. Можете положить и медпрепар... А, это... Блять, а вот там еще был один ящик, но я не знаю, сколько их. Так, здесь, короче, можно в желтые можно ложить и патроны, и аптечки можно. А там только что-то одно. Доступ. Как тебе доступ дать? Это ты дал доступ? Ну, вроде дал, не знаю. Медпакет средний, зажим усилитель. Используется в процессе смешивания веществ. Картридж! Да я заберу. А чё? Блять, не влазит что ли? Сука. Реанимация. В том числе в случае погибели у меня реанимация есть. А ну-ка. Медпакет большой, снотворное, снотворное. Медпакет большой, средний 2 штуки. Большой у меня еще плюс 2. Давай я большой вот этот выложу. А, бляха, картечь, сука. Ай, как неудобно. Усилитель. Что такое усилитель? Давай усилитель посмотрим. Объединить усилитель. Он усиляет что-то. Медпакет средний. Ага, нет. Снотворное сильное. Слабое. Это будет зеленое. Ну-ка, подожди. А зажим? Так, нет, это не пойдет. Давай тогда снотворное... Со снотворным смешаем, наверное, да? А, нокаутирует сразу, но эффект длится недолго. Ну, в принципе, нормально, более-менее. Сечу потом еще. Я картечь возьму. И что? Вот это она типа не это? Вещи. Дробь 6 из 10. А тут 5 из... Блин, а почему вы сделали так, что... Блин, ну как сказать? Место ограничено в таком... пространстве, что из 10 всего я могу с собой взять картечи. Почему? Почему 6 из 10? Почему тут нельзя было там, я не знаю, 500 сделать или что-то типа того? У тебя там, я не знаю, карманы, блин, маленькие, зато ты вносишь 2 реанимации, 2 медпакета, 2-3 снотворного, 1 зажим, блять, 3, блять, да тут херовую тучу луны, блять, они, короче, ладно, заебало. Пошла ты нахер. Не понимаю вообще ни разу. Что это за телефон. Видеоролик с размещением оружия по всему миру. Я чё? Ой, блядь. Ну, я здесь, и что мне делать? Дальше делать? Тихо, куда? Пока что не показывает, куда мне нужно идти. Мне нужно, короче, где-то отпечатки снять, я так понимаю. И... А для чего только? Где их только...
Только, сука, брать, с кого снимать? Может, сейчас с этого, который помер, снять? Я не знаю. Ну, короче, ладно, давайте на этом остановимся пока здесь. Потом будем в следующей серии решать уже, куда идти, куда что делать, я не знаю. В общем, всем спасибо за просмотр, ссылка в описании под видео, комментируйте. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки, и всем пока.